беспомощные перед стихией. Почему украинцы оказались один на один с ураганом и можно ли было предотвратить гибель людей? Туши свет, сдавай мантию. Украинские суды пустеют. Кто виноват и куда идти за правдой? Маски сорваны. Беспрецедентная резолюция ПАСЕ по России. Приблизит ли она мир на востоке Украины? Принудительное закаливание. Когда дождемся старта отопительного сезона и будем ли зимовать в тепле? Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте обсудим самые важные моменты уходящих 7 дней. Ну, а главные новости на этой неделе международные. Наверное, можно считать завершенной большую кампанию давления на Украину по одностороннему выполнению Минских соглашений без оглядки на то, что боевые действия на Донбассе продолжаются. Похоже, западные страны готовы признать, без устойчивого перемирия рано говорить о выполнении политической части Минска. Будем сегодня обсуждать, так ли это. Ну а вторая важная тема – это успехи парламентской ассамблеи Совета Европы. Там, наконец, изменилась риторика. Уже нет той мягкости по отношению к России, которую можно было наблюдать еще недавно. Впрочем, как нет и той готовности поддерживать Украину безоговорочно, на которую в нашей стране иногда все еще рассчитывают. Европейцы готовы помогать, но при условии, что и наша страна будет выполнять то, чего требует от Украины в Европе. Давайте разберемся, с чем же украинская делегация вернулась из ПАСЕ. Триумфальная неделя для украинской дипломатии. Именно так описывают результаты, с которыми украинские политики возвращаются из французского Страсбурга, заседаний парламентской ассамблеи Совета Европы. Старейший европейский орган сотрудничества парламентов на этой неделе собрался на осеннюю сессию. Законодатели готовились обсуждать самые разные темы, от нарушений прав человека до новых геополитических вызовов. А это и Брексит, из-за которого Европа до сих пор лихорадит, и последствия попытки переворота в Турции, и истощенная войной Сирия. Даже в самой украинской делегации поначалу не ожидали, что на фоне всех этих проблем, которым приковано внимание Европы, украинскую тематику удастся заявить настолько громко. День, посвященный Украине, планировался в графике ПАСЕ на среду. И к этому дню в нашей делегации готовились без больших надежд. Обсуждалось даже возможное возвращение в зал российской делегации и возможная приостановка работы в ПАСЕ украинской делегации как ответный шаг. Но настроение в зале удалось переломить. И в ПАСЕ не только подтвердили курс на поддержку Украины, еще и сделали несколько новых жестких шагов. Давно в украинских СМИ не было столь откровенно радостных заголовков. Дипломатическая победа, прекрасный день, историческое решение. Вот только некоторые. ПАСЕ одобрила две резолюции по Украине. В них впервые четко прописали формулировку «российская агрессия» и признали ответственность Москвы за действия боевиков на Донбассе. Еще на один спорный вопрос в Страсбурге получен ответ. Что сначала, безопасность или выборы? Даже немецкий министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что нельзя проводить выборы на Донбассе, пока там нет полного прекращения огня и даже не освобождены заложники. Сейчас мы не в той ситуации, когда можем говорить о проведении выборов. Но в то же время, как я уже сказал в своей речи, у нас сейчас нет альтернативы минским договоренностям. Террористы по-прежнему удерживают заложников и ловят новых 110 таких заключенных на оккупированных территориях. Летом спецслужбами в Крыму был пойман Евгений Панов. И сейчас нет никакой информации о его судьбе. Некоторые лидеры крымских татар находятся в тюрьме. В частности, Ильми Умеров стал жертвой репрессивной медицины 30 сентября. Роман Сущенко был в Москве обвинен в шпионаже. Хотя в ПАСЕ признают, что Минские соглашения практически не выполняются, а в кулуарах поговаривали, мол, есть большие сомнения в том, а можно ли вообще их выполнить полностью в ближайшее время, отказываться от этих соглашений в Европе не готовы. И не поддерживают их украинских политиков, которые рассуждают о таком варианте. Минску нет альтернативы. Как нет альтернативы и тому, что Украине придется доказывать, что страна заслуживает поддержки из Европы. Авансовой помощи от европейцев при любых условиях не будет. Минские соглашения, к сожалению, были заблокированы. И, к сожалению, это имеет свои последствия. Мы все страдаем. Европа, Украина и Россия. Все. Да, ситуация трудная. И есть усталость в Европе. Вы пользуетесь нашей поддержкой. Но мы хотим, чтобы были реформы. Мы не чувствуем вот этого стремления разбить коррупцию.
Коррупция в Украине, нарушение прав человека, пробуксовка расследований самых громких преступлений. Все это тоже обсуждалось в Страсбурге и отразилось в резолюциях. ПАСЕ призывает ускорить расследование убийств на Майдане и трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Украинские парламентарии, работавшие в Страсбурге, обратили внимание на нерасследованное убийство журналистов Олеся Бузины, Ольги Мороз, Павла Шеремета. Еще одна тема, о которой говорили, это исправление украинского закона о люстрации. В ПАСЕ еще раз отметили, что действующая редакция закона не соответствует европейским стандартам. Люстрации подвергается слишком широкий круг госслужащих без конкретных доказательств их вины. Кроме этого, ПАСЕ призвала защитить свободу слова и СМИ в Украине, а также права оппозиции. Мы очень благодарны. Нас принял президент парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы проинформировали господина президента о той ситуации, которая на сегодняшний день складывается в Украине в отношении ситуации с реализацией Минских соглашений. Ситуация, которая складывается вокруг свободных СМИ и с тотальным давлением на свободные СМИ и физическим, и со стороны власти с четким давлением на независимые СМИ. Господин президент услышал те проблемы, которые на сегодняшний день стоят перед оппозицией в Украине, перед оппозиционными СМИ и в целом перед демократией в Украине. Этой осенью украинскую тему удалось сделать, если не главной, то уж точно одной из самых заметных в ПАСЕ. И как признают сами делегаты, основным ресурсом для нашей делегации на этот раз стало сотрудничество. То, что политики от разных партий сумели найти общий язык и вместе работать для того, чтобы направить дискуссии в Страсбурге в интересах Украины. Надолго ли хватит такого сотрудничества? Из Страсбурга. Оксана Григорьева, подробности недели, телеканал Интер. И уже не первую неделю продолжаются попытки собрать лидеров нормандской четверки, пока основного формата, в котором можно найти выход из войны на востоке Украины. Хотя лидеры стран четверки заявляют о своей готовности встретиться, продолжение переговоров все время откладывается. Почему это происходит и может ли встреча нормандской четверки состояться уже на следующей неделе? Узнаем у Татьяны Лагуновой, моя коллега работает в Берлине. Таня, я тебя приветствую. Скажи, всю неделю в СМИ обсуждалось, что встреча на нормандской четверке вот-вот состоится. Мол, даже Меркель может всех пригласить к себе на ужин. Говорили об этом. Что говорят обо всем в Берлине? Когда все-таки переговоры состоятся? Да, Алексей, в последние дни действительно много говорили о встрече нормандской четверки на высшем уровне. Называли разные места проведения. Сначала это был Париж, потом Берлин, звучали даже конкретные даты. Журналисты говорили, что якобы Ангела Меркель ждет коллег на ужин в Берлине. Но пока все это так и не закончилось. Встреча Меркель, Порошенко, Ланда и Путина. Загвоздка в повестке дня. Никто из участников нормандской четверки не хочет, чтобы это была просто встреча ради встречи. И пока не удалось согласовать конкретно решения, которые могут быть приняты на новой встрече в таком формате. Украина по-прежнему настаивает, что в первую очередь должен быть достигнут значительный прогресс в вопросах безопасности. И что без стойкого перемирия на Донбассе не может быть и речи о выполнении Киевом своих обязательств по Минским соглашениям, в том числе и самых противоречивых политических. Европейские лидеры, в том числе и такие осторожные, как Франк-Вальтер Штайнмайер, все больше склоняются к тому, что логика мирного урегулирования как раз и должна быть именно такой. Сначала безопасность, затем политика. А вот из Москвы пока не поступали четкие сигналы, что, мол, да, мы готовы работать в такой логике. Так что можно предположить, что встреча нормандской четверки состоится, когда стороны выйдут на компромисс в этом вопросе. Сколько времени это займет, прогнозировать сложно. Но здесь, в Германии, журналисты и дипломаты в полной готовности к таким переговорам хоть завтра. Студия. Спасибо, Таня. На связи с подробностями недели была моя коллега из Берлина, Татьяна Лагунова. А на сайте президента несколько минут назад появилась новость о телефонном разговоре с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом. Говорили как раз о том, что нужно сделать, чтобы состоялись переговоры в нормандском формате. Ну, а на следующей неделе Петр Порошенко в Брюсселе встретится с лидерами Евросоюза. В политических консультациях Украина и ЕС примут участие президенты Европейского совета Дональд Туск, Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, Европейского парламента Мартин Шульц, а также профильные члены Европейской комиссии. Обсудят дальнейшие шаги по ратификации соглашения об ассоциации с ЕС и введение безвизового режима для украинцев. Но главными темами все же будут развитие ситуации на Донбассе и в Крыму, состояние выполнения минских договоренностей и перспективы санкционного режима в отношении России в ответ на ее агрессию
против Украины. Ну, а ситуация на фронте в последние дни обострилась. Из-за боевиков как минимум двое украинских военных погибли. 26 человек получили ранения разной степени тяжести. Еще шестеро бойцов контужены. Наиболее напряженная обстановка под Мариуполем. Противник систематически использовал тяжелое вооружение. За неделю там боевики 138 раз открывали огонь по нашим военным. Это больше, чем во всех остальных горячих точках АТО. Были обстрелы и на Луганском, и Донецком направлениях. Из-за эскалации анонсированный отвод войск под станицей Луганской так и не произошел. А в эту пятницу страна отметила День защитника Украины. Это относительно новый праздник, он был установлен только в 2014 году, но уже успел стать одним из самых важных в году. Наверное, не было политика, который проигнорировал День защитника Украины. Все-таки за время войны на Донбассе статус участника боевых действий получили более 200 тысяч человек. Свыше 2500 украинских военнослужащих, к сожалению, погибли на этой войне. О роли украинской армии говорила верховный главнокомандующий, президент Петр Порошенко. Мы, украинцы, не дали загарбницким планам країни-агресора реалізуватися. І нам, слава Богу, є вже чим зустріти непроханих гостей. Лише протягом поточного року Збройні Сили отримали близько 2000 одиниць озброєння та військової техніки. Свои традиционные шествия 14 октября, в день основания Украинской повстанческой армии, провели националисты. С явным предвыборным подтекстом маршировали сторонники гражданского корпуса «Азов». Сначала в Киеве было объявлено о создании новой партии «Национальный корпус». Ее лидером стал бывший комбат «Азова» Андрей Белецкий. Он даже представил предвыборную программу «Национального корпуса». Среди ключевых тезисов – возвращение Украине ядерного статуса и легализация огнестрельного оружия. Нацкорпус также обещает национализировать все стратегические предприятия и развивать новый союз в Европе – Балто-Черноморский. Вечером азовцы провели факельное шествие, завершившееся у Киево-Печерской лавры. Свое шествие провела и партия «Свобода», организация, которая устраивает торжественные акции 14 октября уже не первый год. И во многом благодаря именно этой партии праздник и получил всеукраинский масштаб. В эту пятницу более 20 тысяч активистов «Свободы» собрались на вече у памятника Тарасу Шевченко в самом центре Киева. А затем прошли маршем по центральным улицам, таким образом почтив память всех тех, кто сражался за Украину. Один из гостей подробности недели, который присоединяется сейчас к нашему эфиру, это как раз член «Свободы», народный депутат Украины Андрей Ильенко. Андрей, вас приветствую. И вместе с вами в студию заходит Мария Ионова, народный депутат фракции блока Петра Порошенко. Здравствуйте, Мария, спасибо, что пришли. Андрей, первый вопрос вам. 12 лет, не ошибаюсь же, да, «Свобода» уже проводит 14 октября свои марши. Вот вы чувствуете свою заслугу в том, что теперь это национальный праздник? Дійсно, це вже 12-й такий марш, який проходить центральними вулицями Києва. І починалося все з невеликої групи людей, з великої протидії там, комуністів, інших антиукраїнських сил, які в цей день виходили, значить, проти цієї акції. Але в результаті пройшов час, і сьогодні це дійсно загальнонародне свято, це державне свято. І це, власне, був пункт, один із пунктів нашої програми – визнання Української повстанської армії. І 14 жовтня як державне свято. Це виконано, і ми вважаємо, звичайно, що ми до цього доклали своїх зусиль. І в цій ситуації, звичайно, це свято в останні два роки, воно набуло абсолютно нового звучання, тому що, якщо раніше це було просто вшановування минулих поколінь борців за Україну, починаючи від козацтва, княжих часів і Української повстанської армії, то сьогодні це вже і сучасні герої, які сьогодні відстоюють нашу незалежність проти московського ворога. Ну и переходя к тому блоку, о котором мы, в общем-то, говорим сейчас со зрителями, как вы думаете, когда эти вещи могут пройти снова в Луганске и Донецке? Как долго этого ждать? Ви знаєте, звичайно, ми повинні все зробити для того, щоб це сталося якомога швидше, але ми маємо розуміти також, що сьогоднішня політика, яку нам сьогодні нав'язують, в тому числі під виглядом мінських домовленостей, вона до цього не може призвести, і ми вже це побачили. Відповідно, на мій погляд, це обов'язково відбудеться, але це відбудеться шляхом перемоги України,
і воєнної, і політичної, тому що іншого шляху просто немає, а зараз, на жаль, це є тимчасово окуповані території, я наголошую, тимчасово окуповані території, і ми не маємо допустити там ніяких виборів на цих окупованих територіях, поки вони не звільнені. І ми не повинні в жодному разі надавати ніяких спеціальних статусів, особливостей місцевого самоврядування, допускати змін до Конституції в цій частині. Це наша принципова позиція, і ми будемо на цьому наполягати. Ну, похоже, Європа настала в этом поддерживать. Марія, этот вопрос к вам. Ви замітили, що тональність наших європейських партнерів все же змінилася, і від нас тепер вже... как кажется, не требуют параллельного выполнения всех минских договоренностей. То есть сначала политической части, затем только... Я хотіла би сказати, що це довга робота, да, довготривала робота, як і наших представників і на мінських групах, тому що вони також беруть участь в багатьох міжнародних зустрічах. Не виключаю, звичайно, роль злагодженої роботи української делегації в Страсбурзі і на цій сесії, але я хотіла би зазначити, що це робота постійна, починаючи з першої сесії, тоді, коли були позбавлені повноважень Російська Федерація. І дійсно, дуже важливо, що саме вже 6 резолюцій у нас є по Україні, але вперше ці останні 2 дуже голосно звучить саме, що це є російська агресія, дуже голосно звучить, що мають бути виведені іноземні війська, звільнені в'язні, як на окупованій території Донбас. Також взагалі санкції мають бути дотичні, поки не буде відновлена успіх нашої дипломатії, але як зробити так, щоб те, що прозвучало, було внедрено в життя? Ну, це залежить не тільки від України, так? Тобто це залежить взагалі від всього світу, і ми бачимо, як вони мають тиснути на Росію, але ми бачимо, як лідер Кремля, як такий шкідливий кіт, він ховається від зустрічі на нормандському форматі. Та ми бачимо, що він не відвідав Генасамблею ООН, так само він не переніс візит до Франції. Тобто це все говорить про те, що йому нема що сказати. Та? Ну, видимо, и другое. Мы видим, что на этой неделе ситуация на фронте обострилась. И, в общем-то, обстрелов больше, чем несколько недель назад. Не случится ли так, что вот эта эскалация конфликта на Востоке, боевики будут по-прежнему давить на Украину и на европейских партнеров, шантажируя тем самым и нас, и европейцев? Безумовно. Вони роблять це весь час. І я хочу сказати, що у нас не було фактично перемир'я ніколи. Тобто весь час продовжувалися обстріли, весь час йдуть провокації. На жаль, продовжують гинути наші солдати. І ця ситуація говорить про те, які, власне, є наміри ворожої сторони. І треба розуміти, що, власне, це і не зупиниться в подальшому. Тобто вони будуть далі це робити. І, бо Путін розпочинав війну не для того, щоб захопити там декілька районів Донбасу чи Крим. Йому потрібна вся Україна. І це треба розуміти. І, відповідно, у нас, звичайно, немає тішити ілюзії, що навіть в разі, якщо Мінські угоди будуть виконані, Путін заспокоїться і припинить агресію. Він просто, можливо, переведе цю агресію на інші території, чого, звичайно, допускати в жодному випадку не можна. Тому мені здається, що, звичайно, певні позитивні зрушення в дипломатичному плані відбуваються, але все ж таки треба усвідомлювати, що Росія буде продовжувати цю агресивну політику. Те, що відбувається зараз в Сирії, це нова ескалація конфлікту, саме Росією спровокована. І, очевидно, по Донбасу вони так само будуть. Марія, якщо кратко, ви вірите в те, що хоча б до кінця цього року буде существенний прогрес по договоренностям в Мінську, ну, або хоча б довгосрочне прекращення вогню? По-перше, я хотіла би нагадати, що Мінські домовленості, вони підписувались на важких умовах. І Мінські домовленості зупинили повномасштабний наступ. Так, нам дуже прикро, і ми також всюди зазначаємо, що гинуть і наші військові кожен день, так, і обстріли не припиняються. Але це завдання також цивілізованого світу кожен день адекватно реагувати на такі порушення і військові злочини саме Російською Федерацією, а не Україною. Ну, задача України при цьому, напомню всім нам і всім телезрителям, а задача України при цьому не підводити наших європейських і океанських партнерів і все-таки рухатися, мабуть, на тому путі реформ, який ми декларували, на який нас ждуть. Страсбурзі, що вони вже побачили, хто реально не виконує Мінські домовленості, і вони бачать відповідальність. Дякую. Марія Іонова, Андрій Ільєнко, народні депутати України, були гостями подробностей неділі, ну а ми з вами продовжуємо. Осталось менше 2 тижнів для того, щоб чиновники і депутати запросили
заполнили электронные декларации. С 1 сентября в Украине запущена новая система, которая, по идее ее авторов, должна очень усложнить жизнь коррупционерам. Теперь отчитываться нужно буквально обо всем, вплоть до дорогой одежды, как сделал на этой неделе депутат от Народного фронта Игорь Котвицкий, задекларировавший таких своих приобретений, пальто, куртки, сумку, более чем на 500 000 гривен. Впрочем, VIP-декларанты пока не спешат обнародовать все нажитое непосильным трудом. Только пятая часть тех, кто обязан заполнить новые декларации, успели, ну или захотели это сделать. Эксперты же говорят, что электронное декларирование вообще под угрозой, да и система пока не смогла заработать без сбоев. Те, кто уже заполнил декларации, жалуются, что данные в них могут менять, получив доступ к декларациям незаконно. Насколько серьезной окажется эта попытка с помощью электронной системы изменить украинскую госслужбу и политику, мы увидим с вами и обязательно обсудим уже очень скоро. Менять госслужбу и внутреннюю политику Харьковской области теперь будет новая глава, вернее новая. Впервые за годы независимости область возглавила женщина. 32-летняя Светлана Светлична сменила Игоря Райнина, который сейчас является главой администрации президента. Петр Порошенко отметил и прорыв в политике равенства, и приход в руководство страны нового, молодого поколения. И это один из результатов нового подхода к выбору глав областных администраций. Еще такие же результаты есть в Киевской области, Житомирской и Николаевской. Заработали конкурсы по отбору на госслужбу. Одна из тех новаций, которые появились в этом году. Стоит ли возлагать большие надежды на этот новый подход и чего не хватает Украине для того, чтобы реформировать госуправление? Смотрите в нашем следующем сюжете. После революции достоинства их назначали с размахом. Новые люди на высоких постах. Они приводили свои команды. Я потрапила до Министерства финансов на запрошення, особисте запрошення пані Наталки Яресько. Так начиналась очередная попытка реформировать госслужбу. Но и она осталась в основном на бумаге, в планах и стратегиях. А новые госслужащие почти все уже покинули свои кабинеты. Мы не сделали то, что запланировали. Табличка была на дверях Министерства финансов. І для мене було несподіванкою, коли ми всі зустрілися, і мої співробітники, моя команда мені її подарувала. Дуже приємно. Після відставки правительства Яценюка заместитель міністра фінансів Єлена Макеєва вернулась в свій бізнес. А Годі на госслужбі говорить, хоч і работала іноді з утра до ночі без вихідних, больших результатів досягти не вдалося. Сопротивлення системи оказалось сильніше, ніж думала поначалу. Я такий романтик була. Я думала, що ми зараз напишемо законопроект, і він буде одразу підтриманий в парламенті. Всі наші реформи, вони залишилися в... Ну, більшість їх, вони залишилися в комітетах Верховної Ради. Успіх буде лише тоді, коли постійно на певний час будуть працювати реформатори. Не один рік, півтора року, а принаймні 3-5 років. Міністерство, яке возглавив он, називали одним із самих корумпірованих. Литовець Айварас Абрамавичус в МЕРТ привів свою команду. Я просто прочертил в песке практически визуально линию, где я сказал, люди, которые были на госслужбе, на министерстве, до Майдана, мне лично не нужны. Мы сократили персонал на 50%, 700 людей освободили от должностей, и 240 молодых, энергичных, с огоньком в глазах наняли. Результатом первой волны обновления госслужбы стали системы госзакупок «Прозора», новые главы «Укрпочты», «Укрзалезницы» и «Укргаздобычи», с окладами, которым откровенно завидуют другие чиновники. Именно низкие ставки, говорит экс-министр, причина того, что молодые специалисты, потратившие деньги на образование, не могут и не хотят жить на маленькую зарплату госслужащего. Хотели сделать больше напсоветов, но, к сожалению, не успели. Не было достаточно политической воли. Нужно пересмотреть полностью существующих госслужащих. Протестировать, проаудитировать и тогда уже нанять правильных новых людей на более высокие заработные платы. С ним согласна Елена Макеева. Впрочем, как и большинство других молодых реформаторов, пришедших на госслужбу из частного сектора. Люди отримують настільки мізерні заробітні плати, вони готові працювати 24 години на добу, але за те, щоб їм була гідна дуже заробітня плата. Будь-які реформи неможливі, якщо ми не змінимо підхід до оплати праці державних службовців. С мая чиновников высших рангов набирают на конкурсах. Александр Горган – глава Вышгородской райгосадминистрации, победитель отбора и без пяти минут глава Киевской области. Это зал нарад, и в этом помещении я готовился до конкурса. Это запитання
комп'ютерного тестування і відповіді. А як же? Вони на сайті Національного агентства з питань державної служби. Є тільки запитання, відповідь ти повинен готувати сам. Три етапи конкурсу за два дні, і комісія об'явила победителя. Ізбраний глава Київської області не скриває радості. Раніше о подобному пості він мог тільки мечтати. Повиситься не тільки должність, але й зарплата. У мене не було жодного шансу навіть мріяти про те, щоб претендувати на посаду голови Київської обласної державної адміністрації за попередньою системою, яка була тотально незрозумілою, за яким принципом цих людей вибирали, яким чином їх туди підтягували. Зараз в країні створено прозору систему соціальних ліфтів. Реформа госслужби коснеться міністерств. Щоб зміна міністра більше не визивала кадрову чехарду в відомстві, появиться нова должность – госсекретар. В кожному з міністерств конкурси вже огласили. Посада державного секретаря – це дуже важливий етап для того, щоб ми провели чітке розмежування, де є політична функція, міністр і державний секретар, який, по суті, очолює апарат міністерства, який не змінюється при зміні міністра. Будемо прагнути десь, щоб людина отримала порядка до 30 тисяч гривень. С 1 января и простые госслужащие будут получать немного больше. Но в том, что можно перезапустить систему только за счет увеличения зарплат и переписывания законов, сомневаются и эксперты, и сами законодатели. Все, что мы имеем за три года, майже уже, это что? Только новый закон. И все. А если решта не изменится, то закон можно использовать в интересах системы. Принаймні, ми можемо залучити молодь на посади, бо 5 тисяч – це не тисяча, да, офіційної зарплати – це хоч щось. Якщо не будуть приходити достойні кандидати, ну, то будуть ті старі, от, на жаль, які були, які завжди туди прорвуться, і які точно знають, на яких потоках можна заробляти. Вони йдуть туди не реформи робити. Да? О помощи Украине в привлечении новых госслужащих еще с 2014-го говорят в ЕС. Еврокомиссия готова выделить 90 миллионов евро как раз для выплаты повышенных зарплат, которые могли бы привлечь на госслужбу специалистов из частного сектора. Но ВОЗ и ныне там. Ни правительство Яценюка, ни нынешнее получать европейскую помощь не спешит. Именно Кабмин должен разработать план распределения этих средств. А это чревато замедлением или даже полной остановкой и других, без того буксующих реформ, которые украинские политики обещают вот уже на протяжении 25 лет независимости. Павлина Василенко, Анталия Неделька, Владлен Ноль и Никита Ясайко. Подробности недели. Телеканал Интер. Обсудим тему с Сергеем Мищенко, членом Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия. Сергей, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Вы верите, что систему можно реформировать украинскую госслужбу, имею в виду, без существенного увеличения зарплат? Вот приведу пример. Пивоварский, бывший министр инфраструктуры, говорил, что зарплаты чиновников должны соответствовать тем, что есть в частном секторе. Но это, нужно же понимать, что это десятки тысяч гривен. Без таких денег реформа невозможна. Ви розумієте, з одним підвищенням заробітної платні для чиновників проблеми не вирішиш. Тому що коли чиновник доторкається до багатомільйонних бюджетних коштів, чи має повноваження там, по виділенню землі, чи якихось ресурсів, то зрозуміло, що скільки ти йому не давав, він бачить, що в нього там 5 чи 6 нулів, і він все рівно буде клювати на цей зиск і на те, щоб якось збагатитися. І тому тут комплексна повинна бути програма, реформа, тому що, от, на жаль, ми говоримо про цю реформу вже третій рік, вона дійсно буксує і не дає результату. Ми пропонували іноземців. У нас іноземців було в уряді на посадах міністрів. Зараз ми знаємо, що от взяли на посаду державного підприємства «Укрзалізниця» поляка. У нього зарплата, по тим даним, які минулого року сказав міністр економіки Абрамявичус, який тут виступав у вашому сюжеті, до 1,5 мільйона доларів в рік. Це зарплата. Але ж... Розумієте, він прийшов один. Він же всю Польщу не привезе на ці посади. Чи грузини не привезуть. Йому приходиться боротися з цим корумпірованим персоналом, яким він управляє. Я почав би з іншого. А от реформувала Польща державну службу, та ж сама Грузія чи Прибалтика. А ми бачили там міністрів іноземців, німців, чи американців, чи англійців. Ми не бачили там нікого. Там були свої люди. І питання не в тому, хто буде на цій посаді. Тут не треба Кембриджів чи Оксфордів. Головна вища освіта – це совість. Щоб
бути на цій посаді, в першу чергу, людина повинна прийти і хотіти не заробити на бюджетних потоках, а зробити щось для своєї країни. Ну, совість не купиш, а на гранти теж її не випишеш, так що ж делать? Як Моїсей, Вадик, 40 років українця, поки не вирості совістлива нація? А в тому і питання, що оця комісія, яка і повинна не тільки людей професійних, вона повинна, знаєте, раніше казали, да, що кадри вирішують все. І зараз це саме, що кадри вирішують все. Треба, щоб комісія в першу чергу, крім професіоналізму, ще дивилася, а що це за людина. Для того, чи може він на цій посаді бути, чи не може. Можна просто сажати, можна чаще, согласитесь. Це само собою, тому що відповідальність... А потім як-то і совість, можливо, проснеться у многих... Тому що відповідальність повинна бути однозначна. Хорошо, продовжимо другою темою. Отрасль, переживаючая сейчас кадровий голод, особенно остро тоже, это судопроизводство. На сегодняшний день в Украине уже 8 судов, которые попросту не работают. И это количество, судя по всему, будет только увеличиваться, ведь судьи массово пишут заявления об увольнении или выходе на пенсию. Как не довести ситуацию до коллапса и куда сейчас украинцам идти в поисках правды? То есть как долго двери судов будут на замке? Разбирался Ярослав Кречко. Суды без служителей Фемиды, граждане без права на правосудие. Украине катастрофически не хватает людей в мантиях. То суддя хворий, то він зайнятий. Вже 8 судів в Україні, які жодного судді немає із повноваженням. Большинство укомплектовано наполовину или того меньше, а среднестатистический судья рассматривает по полтора десятка дел в сутки. Ми навіть своєчасно не можемо справи призначити до розгляду, вже не кажучи про те, щоб їх розглянути у встановлені законом строки. Каждый шаг для Маши – подвиг. Полтора года назад на пешеходном переходе девушку сбила машина. По официальным данным, я пролетела 25 метров. Никто не давал никаких гарантий, чтобы ребенок выжил. Месяц она находилась в коме в реанимации. Затем тяжелейшие операции и бесконечная судебная волокита. Только на передачу дела от одного судьи к другому ушло полгода. Все это время мама надеется получить от виновника ДТП деньги на лечение дочери. 16 августа было первое заседание. 30 сентября я приехала в надежде на решение. Но мне сказали, что вот надо дело рассмотреть, вот надо опять материалы поднять. Маша так тяжело добиралась, нас просто выставили. Теперь еще третье заседание будет 25 января. В украинских судебных коридорах подобных историй тысячи. Оформить опекунство, разрешить другие семейные споры, не говоря уже об уголовных делах. Все это затягивается на долгие месяцы и даже годы. Во многих местных судах сейчас работает по одному-двое судей. А есть и такие, где полномочных служителей Фемиды не осталось вовсе. 5 травня, это последний день, когда я работала. Уже полгода 40 тысяч жителей Шполянского района Черкасской области фактически без права на правосудие. Если уголовные дела закон разрешает передать в соседние районы, то гражданские споры просто складируют в канцелярии. Они, на жаль, за ухвалою судді передаются на інший суд для розгляду, так как у нас судді без повноважень, цю ухвалу винести неможливо. Вони реєструються і зложуються. Мертвым грузом лежит уже более полутысячи дел. В соседних районах ситуация не намного лучше. По штату 12, а раз исполноваженного судей двое судей. Не справляемся. С трудом, але справляемся. Чомусь працювати в екстремальних умовах, скажімо так. Немає жодної реформи, яка б не мала якихось побічних негативних ефектів для когось. Звичайно, ці побічні ефекти можна було б заздалегідь мінімізувати. Кадровый резерв более тысячи так называемых судей-пятилеток. Тарас Васильевич один из них. По факту судья, но де юре рассматривать дела не может. Срок полномочий истек. Парламент пожизненное его назначение так и
не рассмотрел и уже не рассмотрит с 30 сентября. Это прерогатива Высшего совета правосудия. У связи с тем, что Высшая рада правосудия не створена, оскільки відсутні закон, який регулює їхню діяльність, ці документи поки залишаються в Верховній Раді. І ця ситуація, яка склалася в судах, для всіх тих, хто прихильник, звільнити всіх суддів нараз і призначити нових. Це є хороший урок, що так робити не можна. Треба враховувати. А як жити в той проміжок часу, поки немає старих і нових ще немає? До конца этого года уже 20 судов останутся без единого полномочного судьи, а значит, появится больше подвисших дел. И в ближайшее время частично решить проблему возможно лишь за счет командировок. Никакого коллапса на сегодняшний день нет, и мы не видим, что этот коллапс приближался. Это явище тимчасове, я думаю, что они до конца этого года это питання буде вирішено. Вже є навіть бажаючі судді переїхати в ті суди, де на сьогоднішній день немає жодного судді з повноваження. Марии нужен еще не один месяц, чтобы стать на ноги. В украинской судебной системе, чтобы преодолеть турбулентность, необходимо наверняка не меньше. И от этой системы Маша сейчас очень зависима. Ведь от быстроты обновления судов зависит, когда она получит от виновника ДТП деньги на реабилитацию. Ярослав Кречко, Станислав Кухарчук, Кирилл Ющишин, Марьяна Бурякова и Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер. Вот мы посмотрели с вами материал. Сергей, как вы оцениваете вот эту ситуацию с нехваткой судей? Вот скажите, это уже катастрофа или ягодки только еще впереди? Це перед катастрофою. Тому що я от на минулому тижні був в Яготині. Те ж сама ситуація з дитиною, тільки з хлопцем, який зараз знаходиться в лікарні. Останню копійку батьки збирають для того, щоб вилікувати, але людина, підприємство, автомобіль, якого збив цього хлопчика, знову ж суди затягує для того, щоб не розраховуватися за те, що вони скоїли. Хоча адміністративний протокол визнав повністю, міліція визнала вину його, цих тисяч. І ви знаєте, що зараз біля 15 тисяч справ в Європейському суді по справ людини, тільки на те, що одна із великих відсотків цих заяв з 61 тисячі, це 21% українців звернулися в Європі тільки до Європейського суду. Це все-таки говорить о качестві нашого судопроизводства. Но скоро судить ведь будет некому. 8 судов на всю Україну. Дальше будет больше? Сьогодні закрите. Ви знаєте, дійсно, один із сюжетів казав про те, що біля 900 суддів Верховна Рада не змогла призначити. Одна із ті, які пройшли п'ятирічний термін, і те, що вони пройшли атестацію. Зараз їх буде призначати новий вже орган, який уповноважений після прийняття конституційної реформи. Але питання в тому, що оці всі реформи, судова, державної служби, інші всі реформи, вони йдуть дуже повільно. До цього моменту можна було вже підготуватися і вже мати судову систему таку, яка існує в всьому світі. А ми підійшли до тої катастрофи, коли дійсно зараз розглядають, якщо взяти апеляційні суди, то інформаційна система, яка видає там 5-10 справ в день, а їх тисячі накопичилось, людина може чекати півроку, рік для того, щоб тільки призначити цю справу. Я не кажу вже про розгляд цієї справи. І тому буде ще більше заяв в Європейський суд людей про затягування цього процесу. Але винна, я вважаю, в цьому сама влада, яка, по-перше, всі ці роки призвела судову систему до того стану, який він є, тому що величезна недовіра суспільства до їх діяльності. Тому що влада використовувала суди завжди на свою користь. Це і проти опозиції, це і проти... Судді самі були готові обслужувати вас. Кстати, що чекає тих суддів, які вже освобождені від своєї должності за корупцію або за служивання активістів Майдану? Многі з них теж пішли в європейські суди. От як ви думаєте, вони можуть свої мантії обратно вернути? Ви знаєте, я не буду казати про те рішення, які будуть отримувати ці судді. Головне, що неможливо було так довго по тим суддям, які чинили безчинство під час обслуговування тої влади під час Майдану, зразу довести до того, що вони фактично пішли там за не по корупційним, навіть не по корупційним, а по
те, що вони не відповідають своїй присязі суддів, не по кримінальним злочинам, вже говорить про те, що неспроможна була влада, правоохоронна система засудити всіх суддів. От кілька хвилин назад ви говорили, що зарплати більше не спасуть госслужащих, як видим, не зроблять реформу государственної служби, як видим, більші зарплати суддів поки не допомагають реформуванню судебної системи. Якщо кратко, по пунктам, що може спасти українське судопроизводство? Ну, саме головне – це дві тези. Це повинна бути незалежність і це повинна бути відповідальність. Тобто відповідальність судді від всіх тих неосудних рішень, які вони приймаються. Приймаються за гроші, приймаються по дзвінку, приймаються на користь влади. Тобто доступ до судових рішень повинна бути відкрита і зрозуміло, що публічних цих рішень – повинно бути для того, щоб можна було їх оскаржувати в ті інстанції, які будуть відповідати за те, щоб притягувати до відповідальності цих суддів. Більше того, да, судова реформа зараз конституційно вирішила питання тому, що частково недоторканність суддів буде зменшена. Але питання, от взяти приклад Чауса, цього судді, якого 9 серпня затримали на хабарі. Для того, щоб отримати було дозвіл на його затримання чи арешт, треба було звернутися до Верховної Ради. Але серпень місяць – це канікули. У вересні місяці звернулися, але він за цей час втік. Розуміло, що правильно, що з Верховної Ради відібрали це. А тепер давайте буде Вища Рада юстиції чи Вища Рада правосуддя. 9 серпня на затримання. Його, да, затримають, можуть можливість затримати на 72 години. Але потім, чи будуть в серпні збиратися цей, і будуть чи давати рішення про Сергій, його арешт? Сергій, ну просто ми по какому-то замкнутому кругу йдемо. І этот блок ми можемо резюмувати простою фразою. Сажати нужно чаще. Член Комітету Верховної Ради по вопросам правосуддя і правової політики Сергій Міщенко був нашим гостем. Спасибо, що прийшли. Дякую. Ну, а ми же з вами продовжимо. Ще одна тема, зв'язана з нашою судебною системою, в частності, і госуправлением в цілому. На цій неділі засідала Венеціанська комісія, главний европейский орган, который занимается оценкой законодательства государств на континенте. Полное название этой комиссии – Европейская комиссия за демократию через право. Вполне отражает смысл ее деятельности. Самые авторитетные юристы Европы следят за тем, чтобы решения властей соответствовали духу и букве европейских стандартов. Нередко в Венеции говорят и об Украине. Например, действующий закон о люстрации уже больше года вызывает вопросы у европейцев, которые не получают достойных ответов от украинских чиновников. Впрочем, обо всем узнаем у нашего корреспондента Алексея Пшемыцкого. Он с нами на прямой связи. Всю неделю наблюдал за работой комиссии. Леша, я тебя приветствую. Скажи, как прошло это заседание? Какие решения приняли? Ну и довезли ли украинские чиновники до Венеции обещанные правки к закону о люстрации? Очередное заседание Венецианской комиссии снова не прошло без рассмотрения украинских вопросов. На этот раз украинские нардепы прислали на оценку Венецианки, а напомню, что это лучшие юристы Европы, законопроекты о праве граждан на мирное собрание. Здесь в Венеции оказалось сразу два документа. В целом скажу, что юристы Венецианки дали им достаточно хорошую оценку. Ну, конечно же, были и некоторые замечания. Напомню просто, что в Украине до сих пор нет закона, который бы четко определял право судов разрешать или запрещать различные митинги и акции. Но его часто судьи, вынося подобное решение, пользуются еще старыми нормами, которые действовали в Советском Союзе. Ну вот и, собственно, поэтому уже очень давно хотят принять этот закон. Конечно же, скажу, что главная эпопея, ну, которая уже тянется два года, связанная с Украиной и Венецианской комиссией, это, конечно же, скандальный закон о люстрации. Напомню, что еще в конце прошлого года Венецианка окончательно раскритиковала документ, сказав, что необходимы срочные правки. И еще тогда представители украинского Минюста пообещали в течение месяца документ переделать и снова сюда прислать. Ну вот прошел уже практически год, правок здесь до сих пор не видели. И вот как нам удалось узнать из разговора с президентом Венецианки Джани Букикио, да, здесь получат эти правки, и увидят ли их здесь вообще, венецианской комиссии пока что не знают. Предлагаю больше посмотреть в нашем сюжете о том, как прошло это заседание Венецианской комиссии. В
Венеціанська комісія дала добро закону о мирних собраннях в Україні. До сих пор з моменту обретения независимости служители Феміди, разрешая или запрещая митинги, руководствовались лишь общими нормами Конституции и старым, еще советским опытом. В этот раз на рассмотрение венецианки украинские нардепы отправили сразу два документа. Европейские юристы их одобрили, однако с рядом замечаний. В соответствии со статьей 29 Конституции Украины любое ограничение должно базироваться на судебном решении. Возможно, конечно, и другие ситуации, при которых ждать суда слишком долго, особенно когда есть прецеденты насилия. Тогда у власти должна быть возможность вмешаться. Обе версии документа очень либеральны, но перед их принятием нужно внести рекомендации. Один из главных вопросов, обеспокоивших юристов Венецианской комиссии – право полиции применять силу для разгона митингов. Держава мусить обов'язково надати можливість людям, ті, які хочуть реалізувати своє право або свою свободу на зібрання, вони повинні це мати. Якісь інструкції, які вдає міністр внутрішніх справ, поводження поліції під час здійснення громадянами своєї свободи на зібрання. Це питання, яке має бути врегульоване в законі. І швидше всього, що треба йти так, як рекомендує Венеційська комісія, не може бути такого, щоб поліція не змушена була вдаватися до застосування сили, коли, наприклад, одна група людей заважає іншим і в брутальний спосіб, або коли мирний спосіб зібрання переростає в немирний. А вот о еще одном украинском законе, вызвавшем уже немало скандалов, законе о люстрации, в Венеции на этот раз говорили только в кулуарах. Еще в конце прошлого года венецианка вынесла окончательный вердикт, назвав закон неевропейским и заявив, что украинская люстрация нарушает права человека. Действие закона рекомендовали приостановить и внести серьезные правки. В первую очередь мы настоятельно рекомендовали изменить закон так, чтобы вину каждого нужно было доказать в каждом отдельном случае. И я бы не называла это виной, а скорее угрозой для государства. Мы также рекомендовали поручить люстрацию отдельному от Министерства юстиции органу, который бы занимался исключительно люстрацией. Еще в декабре прошлого года министр юстиции Павел Петренко и глава люстрационного департамента Татьяна Казаченко пообещали в течение месяца документ переделать и снова направить в венецианку. Однако с тех пор никаких правок здесь не видели, как и самих главных украинских люстраторов. Вы знаете, что мы сделали свои выводы касательно закона о люстрации в Украине и рекомендации, как его исправить. Но до сих пор мы не увидели ничего из обещанных правок. Украинские делегаты обещали предоставить правки в течение месяца, но уже прошел год, и их до сих пор нет. Да, именно так. Мы рекомендовали исправить закон и прислать нам новый вариант. Но имеем, что имеем. Пока что мы не увидели ничего. А тем временем украинские суды завалены исками от люстрированных чиновников. И уже вскоре, если закон не исправят, они могут оказаться в Европейском суде по правам человека, говорят юристы. Владимир Пилипенко, который также представляет Украину в Венецианской комиссии, уверен, правки в Минюсте присылать не хотят, потому что в Европе их снова забракуют. Да и говорит, что закон о люстрации не последний украинский документ, который следовало бы тщательно изучить европейским юристам. Мол, Украине стоило бы направить сюда и принятый в первом чтении закон о спецконфискации, вызвавший немало критики. По мнению многих юристов, если документ примут, это даст возможность правоохранителям изымать имущество практически у любого украинца без решения суда. Данный законопроект в той редакции, в которой его пропонуют, он не відповідає аналогічним законам, які діють у країнах членів Ради Європи. У тих редакціях, яких пропонують спецконфіскацію українська влада, фактично до будь-кого в Україні можна застосувати спецконфіскацію. І в даному випадку це є велике поле для корупції і для порушення, безперечно, що прав людини. Яка може бути процедура спецконфіскації, коли в Україні не є реформована правоохоронна система? Европейских юристов мог бы заинтересовать и предложенный Арсеном Аваковым закон о презумпции правоты полицейских. Ведь многие в Европе уже заявили, здесь о подобных нормах не слышали. И такие законы могут также нарушать права человека. Для европейских полицейских главное – серьезная подготовка и четкие инструкции. Впрочем, проект увеличения полномочий полиции украинские чиновники на рассмотрение Венецианской комиссии не подавали. Возможно, опасаясь, что критика будет такой же разгромной, как и закон о люстрации.
Из Венеции Алексей Пшемыский, Владимир Дедов. Подробности недели. Телеканал Интер. С чем идем в зиму? Хватит ли у страны ресурсов, чтобы в доме каждого украинца этой зимой было тепло? И какие новые схемы придумали аферисты на рынке недвижимости, чтобы отбирать жилье у украинцев? А во всем этом говорим во второй части нашей программы. Вернемся через несколько минут. Беспомощные перед стихией. Почему украинцы оказались один на один с ураганом и можно ли было предотвратить гибель людей? Принудительное закаливание. Когда дождемся старта отопительного сезона и будем ли зимовать в тепле? Без крыши над головой. Как не стать жертвой строительных аферистов? И кто виновен в увеличении их количества на рынке? Подробности недели мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Погода на этой неделе не пощадила Украину. Несколько регионов прочувствовали на себе ее мощь и столкнулись с техногенными последствиями. 276 населенных пунктов обесточены в ночь на четверг в результате сильных порывов ветра и дождя в 11 областях. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Из-за срабатывания системы защиты линии электропередач обесточен 151 населенный пункт в Одесской области, 53 в Николаевской, 20 в Хмельницкой, 12 в Херсонской, 10 в Винницкой, 9 в Днепропетровской, 7 в Тернопольской, 5 в Кировоградской, 4 в Волынской, 3 в Киевской и 2 в Черкасской. Бригады Облэнерго проводят работы по возобновлению электроснабжения. 13 октября в Одесской области объявили чрезвычайное положение из-за сильного ветра. Одесский регион вообще пострадал от стихии больше других. Ситуацию там, ну, без преувеличения можно назвать техногенной катастрофой, которая завершилась человеческой трагедией. От стихии погибли 4 человека. Который день в Одессе ликвидируют последствия урагана. Насколько успешно? Мы спросим у Андрея Анастасова, мой коллега с нами на связи. Андрей, я тебя приветствую. Скажи, что напоминают пострадавшие районы сегодня и достаточную ли помощь от государства получили пострадавшие? Здравствуй, Алексей. Последствия урагана в Одессе видны и сегодня. В наиболее сильно пострадавших районах города люди, можно сказать, до сих пор борются со стихией. Например, на Пересыпе, где еще в четверг передвигаться по улицам можно было разве что на резиновых лодках, а в самих квартирах уровень воды достигал полметра. Аварийные службы сегодня днем еще продолжали откачивать воду. Мы пообщались с местными жителями. Честно говоря, многие из них на грани нервного срыва. Люди показали нам свои жилища, испорченные мебель, личные вещи, техника. А между тем впереди заморозки, и что делать дальше, жители пострадавших кварталов просто не знают. Промокся вот. Какой уровень воды? Вот такой уровень. Все попромокало. Как? Вся обувь мокрая, все мокрое. Выброси, выкини холодильник, стиральную машину. Где я ее приобрету? За эту пенсию 1300 гривен. А власти как-то ущерб подсчитывали? Никто не приходил и ничего не считает еще. При этом жители Пересыпи жалуются, что уже пятые сутки у них нет электроэнергии. Все продукты питания испортились, а помощи никакой. Ни от городских, ни от областных чиновников. Ну, сколько можно? Они по телевизору красиво выступают, говорят, отсюда никто не едет. Хотя бы якісь булку хлеба привезли. Никто не протянул руки. Всего за сутки, а именно столько в Одессе продолжался ураган, упало 2000 деревьев, пострадало множество автомобилей. На морском побережье разрушены десятки пляжных кафе и ресторанов. В домах многих горожан до сих пор нет электроэнергии, поэтому они массово
перекрывают дороги в знак протеста. Стоит также отметить, что о надвигающемся урагане власти знали заранее, успели предупредить людей о том, чтобы они без лишней необходимости не выходили на улицы, и, к слову, одесситы прислушались к этому совету. Если бы не это, жертв, наверное, было бы гораздо больше. Напомню, в результате урагана в Одессе погибли 4 человека. Что же касается остальных районов Одесской области, то во время бури обесточены были 150 населенных пунктов. И в некоторых из них до сих пор люди тоже без электричества. Алексей. Спасибо, Андрей. Это был Андрей Анастасов на прямой связи из Одессы, города, который остался, в принципе, беспомощным, столкнувшись со стихией один на один. Ну, погода в целом вообще не очень радовала жителей всей Украины. Термометры на улице показывают, что зима очень близко. А вот термометры в большинстве квартир сигнализируют, она и в этом году приходит неожиданно для властей. Отопительный сезон по погодным показателям уже должен начаться в большей части страны, но стартует он не быстрыми темпами. Это не удовлетворяет премьер-министра. Владимир Гройсман напомнил чиновникам в регионах, что работать нужно лучше. Є 100% готовність розпочати опальний сезон там, де він ще не розпочатий. На місцях гроші сьогодні є. Я ще раз підкреслюю, газ є, електроенергія є. Все абсолютно забезпечено. Всі угоди «Нафтогазом» будуть підписані, всі рішення необхідні прийняті, тому розпочинайте опальний сезон. Відхилень ми не допустимо. А якщо будуть погодні виклики, ну то ми будемо адекватно на них реагувати. Помог ли премьерский нагоняй? Стало ли теплее в домах украинцев? И если да, то как долго батареи будут горячими? Ведь начать отопительный сезон – полбеды. Намного важнее – довести его до весны без сбоев. Будем ли зимовать в тепле? Расскажет Алла Мачешок. Батареи дуже-дуже холодные. На жаль. Тепло в киевские больницы обещали дать еще с понедельника. За окном давно ниже 8 градусов, ночью и вовсе заморозки. Но пока в палатах этой больницы не намного теплее, чем на улице. И чтобы вылечить один недуг и не заработать другой в таком холоде, простуду или воспаление легких, вот на какие хитрости идут пациенты. Теплой водичкой положил, покатал, ну как бы по стопам покатал, покатал по голени, ну для того, чтобы как бы ну, и ноги согреть, и жизнь научу ногу. Под несколько одеяльчиков, носочков, халатиков, кофточки. Больным выделили дополнительное одеяло. Санитарки весь день разносят горячий чай по палатам. Все обогреватели, которые были, отнесли в реанимацию и отделение интенсивной терапии. Там додатково ми поставили теплоносії, те, що мали. Був операційний день, операційні теж стояли теплопушки, щоб хворих можна було прооперувати. І наші інженери до сих пір знаходяться на роботі цілодобово для того, щоб подати в лікарню тепло. Аварія пройшла по вулиці Волгоградській, і за цієї аварії теплоносій не подається. А это школа в школе. Черкасской области отопления здесь тоже нет. Дети сидят на уроках в куртках. Ну, потому что было холодно, и я замерзла. Школьная котельная готова, говорит директор. Ждут, пока газ подадут. Ну, я думаю, что через декілька днів буде поданий газ, буде вкручена шкільне отопление. Ну, и тоді стан справ буде ще краще. Больницы, детсады и школы в первую очередь, потом жилой сектор. Во многих регионах Украины, где средняя температура ниже 8 градусов, должны были включить отопление уже на этой неделе. Чиновники распорядились и даже успели отчитаться на собрании у премьера, что готовы на 100%. Но почему-то во многих больницах, школах и квартирах от этого не потеплело. Где-то сети не выдерживают, где-то газ не подают. В першу чергу це відповідальність місцевого самоврядування, 100% технічна готовність, вона дійсно є. І ви бачите, що вперше в Україні опалювальний сезон почався раніше, ніж 15 жовтня. Похолодание, как и каждый год, наступило неожиданно. Обленерго еще не успели подписать договоры с «Нафтогазом». Последние месяцы их счета были заблокированы тем же «Нафтогазом» за долги. Из-за этого, говорят эксперты, к зиме как следует не подготовились. 80% теплокоммунэнерго – это тех предприятий, которые должны поставлять тепло. Они не могли ни поменять теплосети,
не отремонтировать оборудование, не закупить запчасти, не закупить материалы. Как можно арестовать счета всех теплокоммунэнерго, списывать абсолютно все деньги и не дать возможность это сам, при том, что основным должником является во многом государство. Страдать, как обычно, будет украинский народ, говорит Иван Плачков. Тарифы взлетели, платить придется. Но каким будет качество услуг? Ведь теплосети по всей стране изношены на 70%. Часть тепла теряется еще по пути к квартирам. Да и прорвать может в любом месте, в любой момент. Но и это не главная проблема. Мы входим в отопительный сезон. Первое, с очень низкими запасами топлива. Критически низкий объем газа в газовых хранилищах. Там «Нафтогаз» говорит, это 14 миллиардов. Комфортный объем для вхождения в зиму – это порядка 18,5-19 миллиардов. Если зима будет мягкой, газа должно хватить, подсчитали эксперты. Если преподнесет сюрпризы в виде новых температурных рекордов, будет нелегко. С углем ситуация еще хуже. Вже це планує компанія «Куренерго». Вони вже відкрито кажуть, ми пишемо графіки відключень. Вугілля сьогодні менше, ніж було у аналогічний період 2014 року на складах. Ситуація реально катастрофічна, запасів немає і не очікується. Уряд сьогодні намагається зобразити страуса, але ж та частина, яка стерчить над полом, вона все одно замерзне. Минэнерго, по словам Александра Харченко, не подписывает договоры на импорт угля, рассчитывая на его поставки из зоны АТО. Эксперт подсчитал, на этом нечистые на руку чиновники зарабатывают по 30 миллионов долларов в месяц. Собівартість цього вугілля в зоні АТО, те, що їм сплачують, 900-950 тисяч гривень. А в Україні в тарифі мова йде про 1500-1600 гривень. За ці гроші борються, як тільки можуть. Ми маємо величезну проблему зі складами вугілля. Но в Минэнерго публично уверяют, в нынешнем зимнем сезоне энергетика страны в полной безопасности. Сегодня на складах находится 1766 тысяч тонн. Есть дещо незначная разница между плановими показниками, которые затверджені Кабинетом министров Украины. И эта разница компенсируется за рахунок диверсификации поставки вугілля. Заключені контракты и поставляются відповідно. В жовтні, листопаді, грудні і січні 539 тисяч тонн антрацитової групи і 100 тисяч тонн газової групи. Украинцев цифры и контракты мало интересуют. Главное, чтобы в домах было тепло. И не случались порывы тепломагистрали или поломки на ТЭЦ. В таких ситуациях чиновники на местах, засучив рукава, спешат на помощь, забывая, что эти беды происходят по их вине. Алла Матюшок, Геннадий Аникеенко, Ирина Диченко и Сергей Еременко. Подробности недели. Телеканал «Интер». Продолжим обсуждать эту тему с Юрием Бойко, лидер оппозиционного блока, гость «Подробности недели». Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Спасибо, что пришли. Юрий Анатольевич, ну смотрите, что видим. Худо-бедно, все-таки отопительный сезон начинается, где-то по регионам обещают начать топить уже завтра. Неделю назад вы говорили, что эту зиму украинцев может спасти только теплая погода. Последняя неделя не убедила вас, что усилий властей будет все-таки достаточно справиться и с холодной зимой? Ну, во-первых, отопительный сезон начать можно. Самое главное его пройти без катаклизмов. А то, что происходит сегодня, мы видим, что очень много проблем и с накоплением ресурсов, очень много вопросов, которые связаны с блокированием счетов теплоснабжающих организаций. И, к сожалению, эти вопросы на сегодня не решены. Мы будем требовать, чтобы правительство внесло законопроект, который позволяет разблокировать счета теплоснабжающих организаций на следующей неделе и проголосовать его в парламенте. А если это не произойдет, чем это может грозить? Ну, это мне не хотелось бы делать такой негативный прогноз, но то, что я вижу сегодня, к сожалению, проблемы большие. Вот, например, мы на прошлой неделе были на шахте Горска, это под Лисичанском. Вот классический пример, что происходит в угольной отрасли, которая является основной отраслью для прохождения нами отопительного сезона без срывов и катаклизмов. Так вот, шахта находится на расстоянии 3 километра от линии разграничения. Но при этом работает. При этом работает. Работала, когда были активные боевые действия. Люди ходили, невзирая на обстрелы, в шахту, добывали уголь. Что там происходит сегодня? Шахтерам 2,5 месяца не платят зарплату. Министерство назначило смотрящего на должность руководителя Первомайского угля, у которого в ведении только вот эта шахта.
И что он сделал? Он вывозит уголь ночью, а замещает его шламом, который завозится на шахтный склад. И при том, что в общем количество, на самом деле, по документам тоже, вместо угля там уже находится шлам, который в топках станции зимой не сгорит. И это уже не просто экономическое преступление, какая-то кража. Это уже преступление против государства, поскольку зимой может так статься, что мы рассчитываем на этот уголь, а его нет, вместо него уже шлам. Действительно, двойной ущерб получается. И шахтерам, которые... И шахтерам не платят зарплату, они возмущены. Люди все это видят. Люди видят, что идет кража угля, замещение его на шлам. Это преступление, которое невозможно в сегодняшней ситуации, невозможно объяснить простой коррупцией. Это преступление против государства. И я не уверен, что таких случаев нет. Подобные случаи единичны, как вы считаете? Нет. Только хотел у нас сказать. Есть информация, что в других, и в Львовской области, на других шахтах Донбасса, тоже такие же случаи есть. Нужно иметь государственную политику в отношении энергоносителей в стране. И в первую очередь в отношении угля, потому что то безалаберное... Позиция, которую сегодня занимает правительство, когда шахты закрываются, нет государственного финансирования, нет поддержки, элементарно не платят зарплату шахтерам, это, конечно, приведет только к тому, что этого угля не будет хватать. А самое страшное, потому что потом эти же деньги будут направляться в Польшу, ЮАР, Россию, закупать там уголь и привозить в нашу страну, а наши шахтеры будут без зарплаты. На прошлой неделе депутаты добавили ведь денег на бюджетные расходы именно на угольную отрасль и мотивировали это тем, что они гарантируют выплату зарплат, поддержание социальных стандартов именно для шахтеров. Мы, естественно, проголосовали за то, чтобы выделить эти 400 миллионов угольной отрасли, но это явно недостаточно. Это вот как бы закрыть такую дыру, и дальше, если не будет политики государства, то будет очередная дыра, будет очередная проблема. Государство должно иметь свою политику в отношении такой важной по обеспечению энергетической безопасности стороны отрасли, как угольной и вообще энергетики в целом. Следующая неделя будет парламентской, депутаты вернутся к работе, будем надеяться. Чего вы от нее ждете? Какие вопросы могут быть самыми острыми, вызовут самые жаркие дискуссии? Ну, я посмотрел уже распорядок на следующую неделю. К сожалению, парламент продолжает демонстрировать желание жить отдельно от страны жизнью, потому что львиная часть законов, они интересны только тем политикам, которые их вносят. Для людей они не имеют никакого значения. Чистая идеология, какие-то вещи имиджевые. Экономических законов практически нет. Поэтому я не ожидаю какой-либо прорыва в отношении ключевых вопросов, которые действительно волнуют общество. Парламент идет по тому же пути, по которому он шел до этого. Он живет какой-то отдельно от общества жизнью и пытается выжить в своих политических каких-то дрязг. То есть на следующей неделе мы увидим, как коалиция обходит острые углы, я имею в виду острые вопросы, углы, дабы не вызвать вопросы о существовании да, самой совершенно коалиции. Верно, какие-то имиджевые законы, которые для них, наверное, важны, но ничего общего с борьбой с бедностью, с тем, что реально волнует людей, этого нет. Ну что ж, посмотрим. Это был лидер оппозиционного блока Юрий Бойко, гость подробностей недели. Спасибо, Юрий Анатольевич, спасибо вам. Разговор. Относительно черты бедности, о которой мы только что говорили, мы можем продолжить. На подходе к ней те украинцы, которые не могут дождаться заработанных денег. В Украине есть предприятия, сотрудники которых не видели зарплату уже почти 2 года. Но, к сожалению, подобные случаи не единичны. Насколько масштабна проблема? Вот обзор по некоторым регионам. Харьковская область в тройке лидеров по невыплатам зарплат. Хуже ситуация только в Донецкой и Луганской областях. По официальным данным, долги харьковских предприятий уже превышают 200 миллионов гривен. Основная часть неплательщиков в промышленности. И в основном это предприятия, которые находятся в состоянии банкротства или санации. В областном управлении статистики даже подсчитали, что на таких предприятиях в среднем каждому работнику задолжали уже по 8,5 тысяч гривен. Вот что нам рассказали на одном из самых больших заводов-должников в Харьковской области. 14-й год у нас задолженность, ноябрь-декабрь, 15-й год, 16-й. Вот. А за 16-й вот сейчас только нам за март заплатили. Уже 2 года так не платят. Долги перед вами есть у предприятия? Есть. Много должны? Больше 20 тысяч. И в подобной ситуации с долгами по зарплате оказались более 20 тысяч рабочих Харьковской области. Проблема затронула в первую очередь промышленные районы самого Харькова, где расположены индустриальные гиганты.
В Николаеве самая острая проблема с зарплатными долгами на судостроительном заводе имени 61-го коммунара. Это государственное предприятие. Раньше там строили и ремонтировали военные корабли. Завод входит в концерн «Укроборонпром». На данный момент долги перед работниками зашкаливают за 37 миллионов гривен. Эта сумма скопилась за последние годы. С 2014-го зарплату выплачивали частями, а год назад и вовсе перестали. Люди выходили на пикеты, даже дорогу перекрывали. Правда, после акций протеста руководство под разными предлогами участников пикетов увольняет. Работники, говорят, доведены до отчаяния. Последняя зарплата была 14 января 2016 года. Последняя зарплата была. Это 75% было декабрьской зарплаты. У Сергея на заводе работает вся семья, жена и сын. Живут на одну пенсию бабушки. И так выкручиваются все сотрудники завода. Я не знаю, как дальше жить. Идем в зиму. Вы прекрасно знаете цены на отопление. Вы прекрасно знаете цены на газ. Как дальше быть, я не знаю. Примерно полгода назад на заводе за долги отключили электричество. И такая же ситуация и на других предприятиях в области. Общая сумма задолженности в регионе уже превышает 80 миллионов гривен. 46 миллионов гривен. Именно столько задолжали львовским шахтерам. Зарплаты они не видят по несколько месяцев, а получают деньги только после масштабных акций протеста. Летом горняки перекрывали международную трассу Львова-Русская каждые две недели. Всякий раз это приводило к многокилометровым заторам. Осенью акции протеста продолжаются. Последняя состоялась уже под стенами областной администрации. В администрации горняков послушали, но проблему решить не помогли. Говорят, шахтеры работают в убыток, поэтому и денег не получают. А вот о том, что из госбюджета выделили около 420 миллионов дотаций на угольную промышленность, почему-то не вспоминают. На акции протеста во Львове выходили не только шахтеры, но и медики. Долгов по зарплате у них пока нет, но положенные надбавки уже отобрали, чтобы втиснуться в скудный областной бюджет. И выплатить всем зарплаты чиновникам придется или увольнять свыше 6 тысяч человек до Нового года, или искать дополнительное финансирование. На следующей неделе у депутатов наконец-то могут дойти руки до скандального закона Савченко, того самого, по которому на свободе оказались тысячи преступников досрочно. Закон Савченко позволяет снизить срок тюремного заключения. Один день в СИЗО засчитывается за два дня в тюрьме. В итоге по этому закону вышли на свободу и бывший депутат Лозинский, и экс-судья Зварич. Более 700 освободившихся таким образом преступников совершили новые преступления. Вообще в парламенте есть уже несколько законопроектов, которые могут исправить закон Савченко. Теперь свой вариант внес Верховную Раду и Кабинет министров. Но воров и аферистов в стране и без закона Савченко хватает. Они в последнее время все выше поднимают голову. Взять, к примеру, рынок недвижимости. Он просто кишит ушлыми дельцами с уголовными уловками. Обманывают покупателей не только на квартирах, на целых домах и жилых комплексах. Как сделал Анатолий Войцеховский. От аферы скандального столичного застройщика пострадали приблизительно 50 тысяч человек. Эта цифра сравнима с населением крупного европейского города. Наши корреспонденты выясняли, как при покупке квартиры, а это до сих пор самая большая ценность для большинства украинцев, не стать жертвой мошенников. Квадратным метром в таких домах-недостроях история часто драматическая. Своя жилплощадь для большинства украинцев остается самой заветной мечтой и самой большой ценностью. Деньги на нее копят годами, одалживают у знакомых, оформляют ипотеку. Ну а там, где деньги, там, как правило, и мошенники. Сколько же людей пострадало от недобросовестных застройщиков? Около 100 тысяч человек прямо или косвенно точно пострадали от действий застройщиков, а это достаточно большой процент, потому что если понять, что за каждым из этих людей стоит семья, по большому счету, то там цифры, они легко умножаются.
История одессита Владимира Дроздовского типична для многих обманутых жилищных инвесторов. Он вложил деньги в строительство вот этого комплекса у моря. В 2007-м, а именно тогда дом должны были сдать, стал бы владельцем однокомнатной квартиры. Но, увы, 2016-й этот комплекс сейчас самый большой недострой на юге Украины. С 2009 года и по 2015 мы предпринимали массу попыток, доказывали акции, да, акции протеста, телевидение, собрания, митинги, походы губернаторам прежним. Все тщетно. В прошлом году название комплекса поменяли, на объекте появился другой застройщик и пообещал достроить, но за отдельную плату. Собрали всех людей, говорят, что вам придется доплатить еще. Помимо того, что вы заплатили, плюс у вас там, вероятно, изменятся площади, мы готовы якобы вам помочь, но мы за прошлых не отвечаем. А если вы хотите, чтобы мы достраивали, давайте собирать обратно деньги. На такие условия инвесторы не согласились. Судебные тяжбы продолжаются до сих пор. А вот во Львове дошло до блокпостов. Будуть тяжбу круглодобово, починаючи з 20 листопада 2015 року. Сюди не запускають заїзду будівельної техніки. Эту стройку начали практически на территории школы. Котлован отрезал соседний дом от дороги. Местные жители объявили застройщику войну. До нас нема доїзду. До нас два рази був пожар, то машини заїжджали звідти в пожарні. Дороги до нас нема. В результате страдают и местные жители, и люди, купившие тут квартиры, которых пока нет. Но чемпионом по количеству недостроев является столица. Более 1500 объектов строительных в городе Киеве имеют статус самочинного будивництва или нерекомендованные порушения. Из них более 160 в красной зоне объекты жилого фонда. С каждым годом столичных недостроев и долгостроев все больше. Но люди верят, что недвижимость, особенно в новом доме, лучший способ сохранения сбережений. Но покупка на первичном рынке – серьезные риски. Вы не покупаете квартиру новостроя. Вам не продают квартиру новостроя. Вы покупаете право требовать в будущем от вашего партнера выполнения условий договора. Вы вместе делаете бизнес. Если бизнес не пошел, то разоряются все, вы в том числе. И требуйте от государства то, что они должны вам обеспечить квартиры, ребят, это бизнес-риски. Как бы это страшно ни звучало. Одно из последних громких дел – махинации столичного строительного короля Анатолия Войцеховского, в отношении которого открыто ни много ни мало 46 уголовных производств. Это дело в несколько раз масштабнее нашумевшей аферы «Элита-центр». Ее организатор даже приговор не получил. Просидел 8 лет в СИЗО и вышел на свободу по закону Савченко. Строительная пирамида Войцеховского – это 4 десятка проблемных недостроев. Его задержали, избрали меру пресечения, а потом он вышел на свободу, внеся залог в размере 14 миллионов гривен. Вскоре появилась информация, якобы Войцеховский бежал в Россию, хотя по данным ГПУ он все же в Украине. Для тысяч свежеобманутых инвесторов от борьбы за свои деньги и квартиры только начинается. Эксперты говорят, если вы стали собственником виртуальной квартиры в недострое, выйти совсем без потерь не удастся. А чтобы в такую историю не вляпаться, нужно проверить не только застройщика, но и объект, в котором вы хотите купить квадратные метры. Во-первых, не стоит связываться с компаниями, которые предлагают слишком низкую цену. А как правило, все проблемные долгострои имеют отличие от стандартной средней цены 20 и более процентов. То есть это одна из первых вещей, которая сразу должна насторожить. Далее стоит проверить, есть ли все разрешительные документы у застройщика, пути финансирования строительства, а также есть ли разрешение на подключение будущего дома к сетям. Это можно сделать самому или нанять профессионала, который за 1000-1500 гривен сделает качественное заключение, стоит или нет связываться с данной компанией. В Киеве и во Львове для этого муниципальные власти даже создали специальные сайты с базой проблемных строек. А еще, говорят эксперты, в течение всего строительства нужно контролировать ход работ. Идеальная модель – это если вы сразу же попробовали, сориентировались, или у застройщика взяли список ваших будущих соседей, или в принципе их как-то нашли, или в интернете, форумы. Сегодня есть для этого разные возможности, и сразу с ними скооперировались. Даже, я не знаю, там по 10 долларов сбросились, наняли какого-то человека, профессионала, который каждый день как основной своей работой имеет контроль за застройкой.
Это поможет своевременно узнать о возможных проблемах у застройщика и выработать правильную стратегию. И главное, позволит свести потери денег к минимуму. Ведь ни государство, ни муниципальные власти помогать, скорее всего, не будут, оставляя вас наедине с нечистоплотным застройщиком. Руслан Смещук, Галина Якушко, Андрей Анастасов и Владимир Самченко. Подробности недели, телеканал Интер. На этой неделе мы отметили большой праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день украинцы всегда молились за своих защитников. В нынешнем году украинские деятели искусств вспомнили и о защитницах нашей страны. Тех, кто всю свою жизнь посвятил Украине. В студии Зинаиды Лихачевой презентовали видео-арт. Вот вы видите его фрагменты. О наших соотечественницах, которые боролись за свободу, справедливость и достоинство. Это и связные УПА, военные, философы, общественные деятели, и художницы, этнографы, поэтессы и певицы. И просто жены и любящие матери. Ведь все невидимые нити всех значимых явлений, говорят авторы арт-проекта, тянутся к глубинной женской энергии, которая движет всеми эволюционными процессами в мире. Такими увидели уходящие 7 дней журналисты «Подробности недели». Я Алексей Лихман. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.